Лёшка, почему у тебя все время ноги воняют? Почему у меня воняют? Не у меня, у меня щетка воняет. А почему тогда ты их моешь? Потому что я всегда ноги мою холодной водой утром и вечером. Это оздоравливает наш организм. И плюс, естественно, ноги – одна из важных гигиен человека. Они должны быть всегда в чистоте и пахнуть вкусно. Ну, хотя бы лавандой. О, ты этим мажешь ноги? Я тоже сейчас помажу. Сейчас помою и помажу. Я сейчас вообще помоюсь и помажусь. Да. Я люблю мазаться. Я моюсь раз в неделю, бывает раз в две недели. Да? Да, так как питаешься, когда ты живой пищей, то у тебя не исходит никакого запаха. А у Миши до сих пор ноги воняют? Нет. Перестали вонять? Не знаю, ну, по-моему, не особо. Не особо? Что-то, короче, я как-то... Ну, если он долго ходит, а всякой фиговой обуви, тогда да. А так, купился непонятно что. Мы будем босиком снова ходить? Да, я всегда хожу босиком. Мы можем с того утром просыпаться и... Положим бегать, тут лужи есть большие. Да? А дети ржут все время, да, мне? Че, говорит, ты положим бегаешь? А я говорю, я люблю с детства положим бегать.